Ну а дальше то, чего ждет абсолютно весь Будокан. Зангиев и Беркович против Сано и Анджо. Международный парный бой. Йоджи Анджо первый вышел из раздевалки. За ним следует Наоки Сано. И где же наши? Виктор Зангиев и Владимир Беркович. Акакона Йори. Владимир Беркович. Виктор Зангиев гумино ньюжоу дес. Ну, показывают Владимира Берковича, а вот уже и Виктор Зангиев. Первый выходит Беркович, за ним Зангиев. Беркович здесь в Будокане выступает в неизменном красном трико со звездой на спине. Ну, а Зангиев выступает в трико синего цвета. Нет, сегодня Зангиев поменял цвет своего трико. У Зангиева тоже красный, но это правильно. Сделано для того, чтобы не перепутать, как говорится, своих и чужих. Итак, пара Наоки Сано Йоджи Анджо против Владимира Берковича и Виктора Зангиева. Это Йоджи Анджо. Наоки Сано. Лет Наоки Сано. И сейчас посмотрим. Йоджи Анджо, 28 лет. Ровесники. Эти два японских бойца, которые составили новую пару, абсолютно новую пару. Наши, естественно, постарше все-таки. Владимир Беркович, чемпион Европы по вольной борьбе. Трико с надписью СССР, все как полагается. Ну, а это уже Виктор Зангиев, также неоднократный победитель множества турниров по греко-римской борьбе. Ему 34 года, а Владимиру Берковичу 37 лет. Значительно старше, незначительно, но тем не менее старше наши японцев. Старше, тяжелее и, самое главное, опытнее. Но опытней-то в борьбе. Беркович вообще не очень удачно выступает здесь в Бушидо, именно в парных поединках. Как правило, он проигрывает свои микродуэли, когда борется парами. А если мы вспомним пару Зангиев-Хасимиков, то, я думаю, это эталон был парной команды. И не знаю, кто сможет противостоять этой паре Зангиев-Хасимиков. Будет традиционное рукопожатие, нет? Отказался Наоки. Нет, Наоки Сано не отказался пожимать руки. Йоджи Анджо показывает Беркович, что, мол, мы будем бороться с тобой, а Сано пусть борется с Зангиевым. Нет, Йоджи Анджо предпочитает бороться первым и хочет что? Хочет бороться с Зангиевым. Зангиев принял этот бой, принял этот вызов. Ага. Вот с ударами ногами-то у Виктора не очень все хорошо. Ну, в принципе, борцы. Где им учиться бить ногами? Зато если Йоджи Анджо сейчас позволит себе такую роскошь, как сблизиться с Виктором, то Йоджи поймет, где раки зимуют. Так, что сейчас будет? Попытка болевого приема. Несколько ударов солнечных сплетений в исполнении Йоджи Анджо. Йоджи как резво начал этот бой. Что ж такое-то? И, по-моему, впервые за время проведения парных боев Зангиев одел специальные наколенники для ударов ногами. Что же он считает, что уже освоил технику ударов? Как хорошо Зангиев сейчас перевернулся. Молодец! Молодец, Виктор. Выпустил руки Йоджи Анджо. Виктор Зангиев. И что же сейчас будет дальше? Yeah!
Ну что, сейчас, наверное, пыл Анжи немножечко сбил Виктор. Молодец, также ушел. Ну, надо уже показать Йоджи Анжу. Хотя бы один раз нужно его бросить. А затем уже дело, как говорится, пойдет. Ага, вот что делает Виктор. Ну, сейчас он должен начать бросать. Если получится, Беркович кричит: давай, давай. Ну, давай, давай, это не так просто сделать. Сами понимаете. Пока Виктор не может перейти к излюбленным своим приемам борцовским, как-то броски с прогибом через себя. Но, думается мне, это все не за горами. Берковичу лучше постоять за пределами ринга. Виктору для того, чтобы почувствовать уверенность, нужно бросить. Конечно же, нужно бросить, а не пропускать вот такого рода удары. А почему же... Вот, наконец-то! Боится. Нет, конечно же. Анжо не самоубийца. Он прекрасно понимает, что его ждет в случае броска. Так что, как говорится, молодец среди овец, она молодца и сам овца. Так что... Анжо предпочитает пока бороться против Зангиева именно тактикой молниеносных и очень быстрых ударов. А Зангиев очень хочет все-таки подняться и объяснить Анжо, как бросали в соревнованиях по борьбе. Вот, пожалуйста, еще один очень показательный момент. Не хочет Йоджи Анжо быть брошенным, но вполне его право. Владимир Беркович меняет Виктора Зангиева. Виктор, надо немножечко отдохнуть. Честно говоря, когда вообще Владимир выходит на ринг, у меня немножечко такое неприятное ощущение возникает, поскольку на фоне всех остальных наших ребят Владимир выглядит гораздо слабее. Посмотрим, как будет вести себя Беркович. Ага, все-таки Берковичу удалось схватить Йоджи Анжо, но тот, видите, что же за приемы такие в исполнении Анжо? Боится он, что его бросят. Ну что же это за самурай-то такой, а? Объясните мне, пожалуйста. Ну, Володя, брось разок. Надо идти, надо нырять в ноги. Надо нырять в ноги и уже бросать оттуда. Так, ну что, может получиться сейчас бросок или нет? Судья разнимает. Хватит уже думать о прическе, надо бросать, Владимир. Надо идти, надо нырять в ноги, надо... каким-то образом сближаться с Йоджи Анжо и бросать. Вот может что-то сейчас получиться, но это некое такое жалкое подобие того, что могло бы произойти. Согласитесь, потому что о том, как умеют бросать наши ребята, мы видели и видели это неоднократно. Вот, к сожалению, Беркович имеет довольно смутное представление о проведении болевых приемов. Вот это вот большая проблема. И вот впервые появился Наоки Сано на ринге. Ага. Ну, как он себя покажет? Посмотрим. Беркович, такое ощущение, что побаивается его, нет? Так. Ну что, надо бросать сейчас? Получится или нет? Получается! Великолепно! Вот это нужно было делать очень давно. Вот, к сожалению, не умеет проводить Беркович болевые приемы. Не получился сейчас у него захват руки, хотя все было, все говорило в пользу именно такого болевого захвата. Берковичу нужно вставать. Конечно, нужно вставать, нужно еще раз бросать. Должен пройти бросок, должен пройти бросок. Не надо так долго думать, Владимир! Вместо того, чтобы бросать, он пропустил два очень болезненных и чувствительных удара в челюсть от Наоки Сано. Ну и правильно сделал. Так.
Зангиев сразу же прошел в ноги. И вот, вот такой прием в исполнении Виктора Зангиева очень опасен, очень болезненный. Вы посмотрите, что сейчас делает. Что сейчас делает Виктор Зангиев? Да зачем же отпустил Зангиев Наоки-сану? Чего ради? Что же он делает? Мог бы принести победу. Ну что, опять будет бросать, видите, да? Конечно же, надо поднимать. Но это смешно. Почему же наши не делают то, что должны делать? Объясните, пожалуйста. Попытка Наоки-сана провести болевой прием. Уж то-что, а болевые японцы делать умеют. Хотя, вот, пожалуйста, сейчас уже болевой будет проводить Виктор Зангиев. В какую сторону будет крутить он Наоки-сана? Может быть, имеет смысл отпустить? А, его нога была зажата в руках у Сана, и поэтому не удалось перевернуть нашему атлету японца. А вот если Виктор бросит в таком положении Сана, то тому не позавидуешь, это точно. Вот удастся ли это сделать? Вы посмотрите. Ага, вот сейчас может что-то получиться. Наоки-сана сразу же движется к канатам, посмотрите. Такие удары для Виктора не страшны, он показал неоднократно. Двойной Нельсон в исполнении Виктора Зангиева. Попытается он сейчас разорвать. Отлично! Отлично провел бросок с прогибом через себя. Виктор Зангиев, какой молодец, 21-14. Открыт счет, это естественно. Вы посмотрите, приземление на плечи и на шею. Ну что, Зангиев, еще раз? А что это сейчас было? Можно объяснить? Ну зачем же, Витя, зачем? Почему же он поднял Сану и позволил тому подняться? Ну что же такое? Ведь это может стоить победы. 20-14. Близость канатов спасла Зангиева. Ну вот такая вот, ну я не знаю, мгновенная расхлябанность и самоуверенность не красит нашего атлета. Нет. Такое бушидо нам не нужно. Пора меняться Зангиеву. Измочалил уже Наоки-сана. Витю. Да что ж такое, а? И судя по всему, это нокаут. Все, это нокаут. А ведь... А ведь говорили, вот он удар смертельный. Ну, не смертельный, конечно же, но смертельный в плане поражения в этом поединке. Да что ж такое. Победителен Сано и Анжо. Конечно, сегодня сделал Йоджи Анжо. Наоки Сано выглядел очень бледно в этом поединке. Так же, впрочем, как и Владимир Беркович. Ну вот так вот, как говорится, по делам. Это будет очень хорошая наука для Виктора Зангиева. Будем надеяться, что в следующем Виктор не будет допускать себе такую вот самоуверенность. Да, Сану говорит, что, конечно, было нелегко, когда Зангиев просто-напросто был королем на ринге. Казалось, что силы Зангиева уже заканчивались, поэтому Сана говорит, что было бы правильно на моем месте передать инициативу Йоджи. Ну, а дальше вопрос задается Йоджи Анжо. Что вы думаете о последнем вашем ударе ногой? И, кстати, вопрос даже не Анжо, а обоим японцам.
Они говорят, что пытались все время держать дистанции, поскольку знали, что если Зангиев переведет бой в партер, придется не сладко. Программа подготовлена к эфиру по заказу телеагентства «Русский репортаж».